Итак, 84-я серия. Участок Мурманск-Магадан. Будет пройдено в этой серии 48 километров по пути крупнонаселенный пункт, город Шадринск. Но больше других населенных пунктов я не вижу, более-менее крупных. Так что смотрите с комментариями из салона автомобиля. Так, двигаюсь в сторону Кургана. Совсем забыл про экспозицию, блин. Там необходимо будет заехать, поменять масло в двигателе. Ну а других проблем пока нет. Мегафон 100% мощности. Ошибся, 50% 3G. Так, или 2. Или 2, 50%.
то я. Какие 400, тебе меньше 200 километров там осталось. Вот, но что-то пока не могу, мастер пока на связь не выходит.
хрена я не пойму, уже запутался всех этих. Режим записи. Забыл нажать режим записи. Километр, наверное, проехал. Блин, интернета нету, ну ё-моё. ТВ2 показывает 100% мощности в формате Е. Ладно, подождем. Валя, а ты уверен, что у них это масло есть такое, что они в кургане найдут?
Просто можно потерять время, хрен знает сколько. Но я припарковался немного, постою, подожду ответа. Режим записи. Вот подъехали. ГИБДДшники на мотоциклах. Облава или что они? Не знаю. На переезде полицейские ГИБДД. Ребята, будьте внимательны. Просто катаются или... Может, это просто байкеры. Подозреваю, что это просто байкеры. Прикалываются. Видно их нет, интересно. Просто байкеры, блин, балбесы. ДПС на спине. Может,
догнали, до документы проверяли. Наверное. Да, по всей вероятности. Так оно и было. Ну что, командир? Ну все, я стартую. Курган Пугачева, дом 9. Поехали. Ну, все такие переезды, поэтому автомобили глохнут.
20:30 по местному времени. Ты по какому времени сейчас едешь? У меня же голова кругом идет, хрен ее знает, на навигаторе показывает и на панели приборов московское время. Да. Через 500 метров круговое движение, второй съезд. Что? Ну, плохо, но слышно. Сейчас я остановлюсь. Слышно? Да, слышно. А, короче, он записал тебя в другой сервис. Не убирай, пожалуйста. Блин. По времени, хрен ее знает, блин. Круговое движение, второй съезд. Километров.
тебя ждут в Кургане, улица Бурова, Петрова, 81. На замену масла и фильтров. Масло Матюль, фильтр масляный оригинальный, а салонный, воздушный, можно не оригинальный. Вроде все. Время получается 13:30. В общем, я двигаюсь по этому адресу Бурова-Петрова, 81. Не знаю, как по времени. Навигатор, я уже сказал, сколько времени показывает. Там в Кургане могут быть, наверное, пробки. Что еще? Сейчас что-то забыл, вспомню еще сообщу. Я понял так, там никуда ехать не надо, искать это масло, эти фильтры, они все сделают сами, правильно? Я думаю, там у них карты можно будет рассчитаться, правильно? Круговое движение, второй Может у них купить еще канистру, чтобы на обратном пути, где-то там, я не знаю, чтоб, может быть, под Новосибом или в Омск, или еще где поменяться, или уже ближе к Москве. Расстояние-то не маленькое. Я вчера смотрел расстояние до Магадана где-то 8 тысяч, но потом из Магадана до Владивостока
это 6, наверное, тысяч. И из Владика еще, считай, 9 тысяч.
Я думаю, если у них масло взять на обратном пути, а может быть даже не брать масло на обратном пути, просто заехать и у них потом снова поменять масло. Если автосервис серьезный, я думаю, там картой можно будет с ними расплатиться, рассчитаться. Ребята моргнули фарами, значит, гаишник с радарами. Включил радар-детектор, посмотрим.
наверное, паспортный контроль. Но этих, наверное, еще не нашли, беглых. Вернее, четверо уже опять вернули, а вот пятый... Ну, если он живой, конечно, еще пятый. Хотя дядька пройдоха еще тот. Ничего святого. Так, так что радаров там не было. Мигал, предупреждал ребят, они поднимали ладошку, показывали, что поняли. Сейчас еще раз бегнул.